Изабель Юппе. И мы счастливы сегодня, поскольку Изабель Юппе у нас в гостях, она сама выйдет на сцену и представит свою самую новую работу. Такое бывает не каждый день. Мы волнуемся, мы рады, мы счастливы. Напомню вам буквально несколько слов о том, что такое Изабель Юппе в мировом кинематографе. На эту тему можно было прочитать целую лекцию, но я не собираюсь этого делать. Скажу только, что французское кино традиционно любимо нашими зрителями. В нашей стране знали всех французских звезд практически еще до того, как узнали о существовании голливудских. Это было в советское время. Потом многое изменилось, но тем не менее старая любовь не ржавеет, и любовь к французскому кино, она по-прежнему сильна. И уже после вот того старого поколения звезд, которые знали еще с советских времен, появилось много новых, и когда Изабель Юппе вошла в кинематограф, она пришла уже на ту почву, которая была уже подготовлена. Ее полюбили так же, как полюбили ее предшественников и предшественниц. И продолжает любить сегодня, потому что ее карьера чрезвычайно длительна, чрезвычайно продуктивна. И буквально каждый год она поражает новыми воплощениями, абсолютно в новых жанрах, с новыми режиссерами, не боясь экспериментов, не боясь очень рискованных и смелых работ, вот в частности тот фильм, который мы сегодня будем смотреть. Перечислю только выдающихся великих режиссеров, с которыми Изабель Юппе работала, от Бертрана Блие до Михаэля Ханеке, среди них и Бертран Тавернье, Клод Шабруль, Франсуа Озон. Многие режиссеры не только французские, но и зарубежные. Изабель Юппе звезда не только французского, но и мирового кино. Но для нас еще важно напомнить один момент. Был эпизод в биографии нашей гости, который связан непосредственно с Россией и непосредственно с городом Петербургом. Потому что Изабель Юппе сыграла в фильме «Наводнение» режиссера Игоря Минаева, живущего во Франции, нашего соотечественника. Это была замечательная роль, которую прекрасно представил город Петербург и прекрасно сыграла Изабель Юппе. Я хочу пригласить на сцену министра культуры Владимира Мединского и президента фестиваля «Послание к человеку» Алексея Учителя. России, кстати, Изабель Юппе говорит по-русски, мы сейчас убедились очень неплохо, изучала специально русский язык еще в школе, во Франции, можете себе такое представить. Это праздник для любого любителя кино. Мы с Алексеем спорили буквально час назад, говорили, мы составляли рейтинг европейских актрис 20-го века. И вот, как бы мы ни высчитывали, как бы мы ни сравнивали, мы понимаем, что рядом с нами великая актриса, которая, вне всякого сомнения, в первой тройке величайших актрис 20 века. Пожалуйста, Изабель Юппе. Перед тем, как Изабель скажет свои слова, вручить наш приз нашего фестиваля. Я думаю, что теперь она будет очень хорошо знать, что такое послание к человеку. Приз за заслуги, как мы сформулировали, и мировым, и европейским, и российским, потому что
все эти категории в ее творчестве присутствуют. Поэтому давайте поздравим ее с этим призом и будем его вручать. Добрый вечер. Я очень рада здесь. И я очень рада увидеть. C'est une très belle surprise. Это замечательный сюрприз для меня. Alors, я хочу... Я не говорю очень хорошо по-русски. Немножко. Я хочу поблагодарить Алексей pour ce prix, le président du festival, pour m'inviter ici, à Saint-Pétersbourg. Хочу поблагодарить за этот приз, а также за то, что меня пригласили сюда, в Петербург. J'ai tourné, я сделала одну фильму по-русски. Это было наводнение. Один фильм да Игорь Минаев. Mais on a tourné... C'était une histoire qui se passait здесь, à Saint-Pétersbourg. История действия этого фильма происходила здесь, в Петербурге. Mais non, on l'a tourné à Moscou. Но снимать пришлось в Москве. Mais c'était pour moi un souvenir extraordinaire. Для меня это замечательное воспоминание. Parce que je me souviens quand on a когда on a fait le film. Снимали фильм, когда мы снимали фильм? Dans le plateau sur le plateau de tournage à côté de là où nous tournions. На съемочной площадке рядом с тем местом, где мы снимали. Il y avait des toiles du décor des films de Tchoukraï. Были задники, декорации, рисованные к картине Чухрая. Et moi, quand j'étais très jeune, j'ai vu les films de Tchoukraï, et c'était des films qui m'ont beaucoup marqué. La balade du soldat, le 41e. Я в юности смотрела фильмы Чухрая отца, и на меня они оказали огромное влияние. Баллада о солдате, 41-й. Et un des premiers films que j'ai vus quand j'étais enfant, c'était Как Сидоне, Кавказский Сидоне. И один из первых фильмов, который я посмотрела еще в детстве, это было «Летят журавли» Калатузова. Калатузова. Avec Татьяна Самойловна. Et quand j'ai lu, je me souviens du film par cœur. Je l'ai vu, j'avais 12 ans. Je me souviens de tous les plans du film. С Татьяной Самойловой. Я его посмотрела, когда мне было лет 12. Я помню его наизусть. Я могу рассказать его кадр по кадру. И quand à la fin du film, Татьяна Самойловна arrive à la gare pour chercher son fiancé et qu'elle marche sur le quai en souriant et puis en pleurant quand elle comprend qu'il est mort, moi, ça m'a donné envie d'être actrice. И когда я смотрела последний кадр этого фильма, когда Татьяна Самойлова прибегает на вокзал и идет сквозь эту ликующую толпу, выискивая, сначала улыбаясь и выискивая возлюбленного Бориса, и потом плачет, когда понимает, что она его не найдет, вот в этот момент мне захотелось стать актрисой. C'est quand j'ai compris que on pouvait à la fois rire et pleurer en même temps. Это когда я поняла, что можно одновременно плакать и смеяться. Voilà. Alors, tiens, Pierre, il y a Nadius, кто этот фильм Ван Навраница. Et moi, c'est un film que j'ai adoré faire et j'ai adoré travailler avec Paul Verhoeven, qui est un immense metteur en scène. Мне ужасно нравилось сниматься в этом фильме, и мне очень понравилась работа с Полом Верховеном, который замечательный большой режиссер. Je vous dis rien, j'espère que vous allez aimer le film. C'est un film particulier.
Ничего вам не буду говорить. Надеюсь, вам фильм понравится. Это фильм особенный. Добрый вечер.